эта ложка, мы сегодня взяли только маленькие вилочки, вот такие, специально для грудничков. А вот эту ложку я вожу ее уже с собой 10 лет. Купила ее в Таиланде вместе с кокосиком. Забыла вернуть продавщице. И кто бы мог подумать, что она сейчас окажется здесь, в Майами, в Калифорнии. Ну что ж, любимые, пожалуйста, угощайтесь. Я вам расскажу концептуальность вот этого соуса. Это на самом деле батат, натертый с карри и с кокосовым маслицем. Все веган, все антиглютен. И вы наплавались, сделали йогу, получили впечатление. Да, можете взять. Да, не только взять, но и съесть, дорогие мои. Это такой вот соус, хумус из картофеля. Соответственно, как он делается, угадай сама. Маш, здорово? Да, секрет. Вот так. Потихонечку переходим на веганство, и наши божественные тела наполняем праной от практик. В первую очередь это база. Ну а подкрепиться можно и арбузиком, и веган-кашей. Ну, Саше, кстати, нравится, да, Саша? Тебе же ты вчера сказал, что каша была божественная. Видишь, я тебе повторяю, чтобы ты не забыл. Это что, НЛП называется, да? Как хочешь, так и назови. Ну, я скажу приятного аппетита. Спасибо. Можешь сама присоединяться к кушать. Без плэжа.